Всем привет, я Денис Мацуев. Сегодня я буду находиться на аккаунте Люцернского фестиваля и буду выходить в эфир несколько раз, чтобы показать, что происходит здесь, какое это гениальное место, красивейшее, и какой здесь потрясающий фестиваль. Вчера мы открыли фестиваль с маэстро Шаи и Люцернским фестивальным оркестром. Я исполнял 3 концерта Рахманинова. Для меня это огромная честь, когда я выхожу везде его играть. Но здесь, конечно, это абсолютно рахманиновское место, потому что вилла Синар, которая находится рядом, буквально в 20 минутах езды на лодочке, придает особый колорит, потому что Рахманинов играл на этом фестивале. Он играл здесь свой последний сольный концерт в Европе перед отъездом в Америку. И вообще, конечно, я хочу сегодня вот с вами поделиться этой жизнью здесь, этот бэкстейдж так называемый. Я очень рад, для меня это огромная честь. Скоро увидимся. Привет, я ваш Денис Мацуев.